Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Здравствуйте. Что скажете, господин? Каждая из этих собак прошла тщательную военную подготовку. Смотри, какие умные и милые песики. Аня. А, это взгляд! Похоже, они ей не нравятся! А поменьше и посимпатичнее у вас нет никого, что ли? Поступил новый приказ? Простите, у меня что-то живот разболелся. Вы идите пока сами к центру животных у метро, а я поищу туалет. Что, тебе стало плохо? Мы можем тебе подождать. Папа, как это, балдеть как долго, так что лучше его не ждать. А вот оно как. Ну, хорошо. Следите за языком, юная леди. Ценю ее поддержку, но как же стыдно. Это так за просто прелесть. Лапки такие коротенькие. Коротконожки бывают милыми, а я миленькая. Блин, блин. Ты на кого тут рычишь, дворняга? Ща я тебя заткну. Чего? Исчезла. В этом центре ее нет. Может быть, я целиком проглотила собака? Еще и Ллойда с нами, как назло, нет. А что же делать? Что же мне делать? Пожалуйста, скорее возвращайся из туалета! Ллойд! Ничего личного, мелюзга.